Смирно! К торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Знаменная группа прямо! Остальные направо! Равнее направо! Шагом марш! По площади 50-летия октября проносится государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Знаменную группу возглавляет капитан Евсей Евгений Владимирович. За ними следует парадный расчет войсковой части 25788. Начальник парадного расчета старший лейтенант Божиков Сергей Владимирович. Знамя в руках майора Гоголева Владимира Николаевича. Во главе коробки старший лейтенант Сергей Владислав Олегович. Мы видим 481-й зенитно-ракетный полк, который возглавляет парадный расчет Новиков Вячеслав Андреевич, заместитель командира полка по военно-политической работе. За ним следует парадный расчет войсковой части 3737 войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет капитан Катраев Алан Сабарбекович. Мы видим парадный расчет Моздокской авиационной базы. Возглавляет парадный расчет старший лейтенант Проскурин Александр Сергеевич. Парадный расчет Моздокского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России возглавляет капитан внутренней службы Хохоев Артур Валерьевич. Знаменную группу возглавляет старший лейтенант внутренней службы Ахметов Ахмет Магомедович. Принял эстафету ветерана Великой Отечественной войны, в Моздокском парадном строю их место заняли ветераны боевого братства. Их парадные расчеты состоят из ветеранов авиации под командой